Теремок ТВ. Здесь котел стоял, ягод ждал. Не видали вы его, маленькие рукавички? Вот же он, дедушка Тайка. Мы принесли снег, чтобы погреть чаю. У нас дома всегда так делают. В каждом доме по-своему живут. Умка однажды тоже чужой дом за свой принял. И угодил к страшному зверю. То был не зверь, но со зверями дружил. А дом тот звался «Шерстяная берлога». Поймал! Умка! Маленькое море! Вижу! Вижу в нем морскую птицу! Это же ты, бычик! А? Так это я! Я летаю под водой! Ой! А я большая плавучая льдина! Ой, простите! Тайке, твои ноги тают! Не, просто промокли. Мне домой надо переобуться в сухие торбоса. Оп. Хотите в гости? Конечно, Тайке. А что такое в гости? Это когда приходишь к другу домой. Хочу! Я никогда не был в шерстяной берлоге. Я тоже. Я был! И где я только не был! Когда летал во сне! Пахнет дымом и молоком. Какое большое логово! Гнездо! Лунка! Друзья, это называется яранга. Подождите, сейчас я вас чем-нибудь угощу. Сколько всего вкусного! Нисколько! Сейчас! Я что-нибудь принесу. И я с тобой, и я. Нет, Умка, вы мои гости. Отдыхайте, будьте как дома, а я быстро. Опа! В новом гнездышке! Проход для клювика! Ой, хотел снег, а получилось море. В этой берлоге слишком жарко. И сухо. А мне больше грызть нечего. Совсем не как дома. Надо больше снега. Катится мир!
Тайка! Умка, ты не ушибся? Все целы? Я? Да, а вот шерстяная берлога. Я хотел принести немного снега. В моей берлоге всегда есть снег. А у меня дома вода. А я принесла палку, чтобы ее грызть. А у меня? Меня гнездо какое-то жесткое. Друзья, но ведь это мой дом. Я не хочу, чтобы там был снег. И палки я не грызу. Я люблю, когда дома тепло и сухо. А ягель мы в чайнике не завариваем. Я понял. В каждой берлоге живут по-своему. Давайте построим Тайке новую шерстяную берлогу. Спасибо, Умка. Только это Еранга. Ее можно починить. Давай. И отныне я жил в Еранге, которую поставили руки, лапы и ласты моих друзей. Я поняла, дедушка Тайка, зря мы снег принесли. Ну-ну, оставьте. Будем ягоды варить, бруснику и чернику. Ура! Вкусное варенье! Шепчут звезды в небесах. Погода меняется, маленькие рукавички. Огонь слабый, дым низкий. Буран идет. Вот здорово! Ай да гулять! Ай! Умка тоже думал, что игры в буран это весело. Только не знал он, кого буран с собой приводит. А? И кого же, дедушка? По всей земле они бродят, но не звери. Снег и ветер дают им свою силу, а зовутся они «Снежная стая». Не отвлекайся, Умка. Нужно укрепить берлогу. Помнишь, как я учила тебя ее строить? Помню, мама. Берлога – твой дом, который всегда и везде будет с тобой. Ух ты! Умка, ты где? Я тебя чую. Я тебя не вижу, и ты меня не видишь. Умка, Эльма! Я не умею говорить с хвостами! Тайке! Привет, друг! Давай с нами нырять в снежной реке! Это не река, а бозёнка, Умка! Буран идет! Пусть приходит! С ним еще веселее играть! От бурана надо прятаться, Ильма! Скорее по домам! Интересно, а почему? Давайте по дороге домой еще поиграем!
Как? Куда? Что же мне, разорваться? Ой, ты такой же, как я, только нос белый, а у меня черный. Ух ты, ты летаешь, научи меня, пожалуйста. Эй, давай на перегонки, кто последний, тот селедка. О, снежная чайка. Так, стоять, это я, я тут редкая птица. Что? Да я лучше могу. Так можешь, а вот так, а так, а? Что? А так можешь! Умка! Запутала, увела от дома Умку и его друзей снежная стая. Умка! А где мои друзья? Прости, но я должен их найти. Ильма! Слышишь, Умка зовет, а я и не заметила, как потерялась. Пусти! Пусти, или я рассержусь. Пычи! А? Что? Я! Я думал, что никогда тебя не найду. И я тебя. А где бычик? Ох, залетала меня эта чайка. Снежная стая. Она увела нас от дома. Чую только снег. Куда нам теперь идти? Мама говорила, что мой дом всегда со мной. Не надо никуда идти. Мы спрячемся от снежной стаи в берлоге. Я особенная птица. Живу в берлоге. Кто-то идет. Большой зверь из снежной стаи. Мы больше в буране не играем. Правильно, Умка. Ведь в буране так легко потеряться. Мама! Так Умка не дал снежной стае увести его с друзьями далеко в тундру. Ну что, маленькие рукавички, все еще хотите посмотреть на буран? Не, лучше в нашей берлоге переждем. Да. Шепчут звезды в небесах.
Это вы куда, маленькие рукавички? Дедушка Тайка, мы вон до той сопки. Спросили вы разрешение у взрослых? Но там новая горка. Так хочется посмотреть. Какие вы любопытные. Совсем как Умка. Умка — это сказки. Сказки не сказки. Только весной это было. Светло стало, тепло. Тогда-то Умка и вошел в пасть кита. Мама, я побежал играть! Умка, дальше ледяного когтя не ходи. Хорошо. Ильма, подожди! Кто последний добежит до коры, тот селедка! Умка, поднажми! Где я там угачу, Умка? Умка! Ура! Мы победили! Умка? Ой, это что? Кит? О, пахнет снегом и грязными пятками. Пойдемте посмотрим! Как красиво! Умка, не к добру этот ветер. Идем отсюда. Мы только посмотрим и назад. А вы бы пошли, маленькие рукавички? Наверное, в пещеру с зубами? Конечно! Слушайте дальше. Сколько тут всего! Какой кривой нос! Смотрите, я морская трава! А я как айсберг большой! А я! Поищу другую сосульку. Ух ты! Это как искорки северного сияния. Тогда чур я звездный медведь. Ого! В такую голову поместится еще больше ума! Да, друзья! Эй, где вы? Подождите меня! Меня подождите! Умка, пора есть! Умка, где же ты? Это яйцо съем вечером, это яйцо съем днем, а это тоже днем. Это попозже, а это съем сейчас. Почему мы раньше здесь не играли? Здесь круто и никого нет. Ой. Нашел! Удача! Моя вкусненькая, честно украденная еда! Это вы! А вы кто такие? Здравствуйте, я Умка. Это Кора, Ильма и Пыльчик. А вы здесь живете? Нет, я просто... Тут я задаю вопросы! Как вы нашли тайник Махи? Что? Что за тайник Махи? Я Маха, а это мой тайник, глупое перо. О нем никто не должен знать. Мы о нем ничегошеньки не знаем. Да. Мы лучше пойдем. Конечно, пойдете. Если я вас отпущу. Ильма, вот это рыб. Первый раз такое. Это моя мама. Ой, это ваши зверятки. А я им говорю, что ж вы так далеко от дома убежали, глупенькие. Ай-яй-яй, приглядела за ними. Так разволновалась, что глаз дергается. А теперь мне пора. О, у меня дела. Ну,
я ушла. Потом мы увидели пасть кита. Я просто хотел посмотреть, что там, и... Умка, я же просила не заходить за ледяной коготь, помнишь? Да, мама, прости. И вы, друзья, из-за меня мы чуть не попали в беду. Но было весело! А? Потом немножечко страшно. Да. И если ты что-то говоришь, мама, я теперь всегда буду слушаться. О, норка! Умка! Вот и все, маленькие рукавички. Хотите, верьте, хотите, нет. Дедушка Тайка, а если нам родители разрешат, ты сходишь с нами к той сопке? Отчего ж не сходить? По дороге расскажу вам, как Умка с Пургой в прятки играл. Хотите? Да!